Всем привет! С вами Евгений Бондаренко, и сегодня мы будем сравнивать кубы Аулонг 1 и Аулонг 2. Аулонг 2 совершенно недавно появился на рынке спидкубинга. Аулонг 1 уже достаточно хорошо, я думаю, вам известен и знаком. Некоторые им собирают, некоторые просто крутили, некоторые просто слышали или видели обзор. Кстати, если вы не видели обзор первого Аулонга, ссылка будет в описании. Игорь делал на него обзор. Итак, что же это за куб? Мой Аулонг или Вейлонг, третья версия. Этим кубом... Это куб разработчиков Мою. Этим кубом... Именно этим кубом был поставлен национальный рекорд Украины в единичной попытке кубика Рубика 3x3,6,68 от Ивана Винника. И именно этим кубом Феликс, который изображен на коробке, который является представителем компании Мою, лицом этой компании, именно этим кубом он сделал попытку 5.33, но, к сожалению, у него был перевернут угол. Поэтому попытку не засчитали. Посмотрим. Справились ли разработчики с проблемой флипов углов во второй версии? Ну и расскажем их сходства и различия. Итак, первое, то что сразу вы заметили, это коробка. Коробка совершенно другого дизайна. Более представительно выглядит, более красиво. Немножко другой Феликс улыбается нам. Итак, в комплекте ненужная инструкция. Итак, второй Аулонг и первый. Внешне совершенно не различаются, одинаковые по размеру. Отверстия одинакового размера. Наклейки одинаковые, фирмы Мою, флюшные. Посмотрим на характеристики первого Аулонга сперва. Первый Аулонг, знаете, и я выбрал в качестве основного куба. Он мне пока нравится, радует. Я его, конечно, настроил, смазал под себя, но вот куб с коробки. Крутится достаточно хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Быстрое вращение, хорошая резка углов. Когда его крутишь, чувствуется небольшая вот шершавость внутри, как будто пластик весь шершавый. Это присуще таким кубам, как фэнкши, если кто крутил, тот знает. Но вы знаете, это пока Аулонг новый, вот эта шершавость слышится. А у меня Аулонг мой уже притертый и совершенно гладкое, абсолютно вращение. То есть, ну, видать, я немножко притерся. Итак, первый Аулонг. Посмотрим, как он режет углы. Угол 45 градусов режет, без проблем, чуть больше. Не режет. А обратный угол. Ну, достаточно большой угол. Это достигается за счет больших этих отверстий, но и строения. Итак, уголок флипается, кстати, очень легко. Это из один его недостатков. Но в целом куб отличный, практически идеален. Вторая версия. Вращение такое же быстрое. Куб в руках себя ведет хорошо. Но в отличие от первой версии, где при вращении слышно такое шуршание, чувствуется просто пальцами шуршание, во второй версии этого шуршания нет, вращение абсолютно гладкое. Очень легко крутится грань. Посмотрим на срезание углов. Угол 45 сразу возьмем. Без проблем. Может быть больше 45. Вот немножко больше. Без проблем. Еще больше. Без проблем. И еще больше. Вы представляете, режет настолько большой угол. Я думаю, это даже в сборках не пригодится, но это меня удивляет. Угол гораздо больше 45 градусов срезается абсолютно легко. А обратный угол тоже очень большой, по-моему, немножко больше, чем у первой версии.
Итак, самое главное, это флипы уголков. Вы знаете, здесь повернуть уголок немножко труднее, чем на первом. Может быть, и в сборках оно будет встречаться не так часто. Итак, различия внешних никаких. По характеристикам, второй валунг ведет себя немного стабильнее, чем первый, я это заметил во время кручения. И грань вращается более гладко. И это куб из коробки, абсолютно не притертый, не настроен. Флип уголков воспроизвести немного сложнее на втором аулонге, чем на первом. И посмотрим, за счет чего это происходит. Давайте заглянем внутрь каждого куба. Смотрим настроение уголка. Уголок у нас практически одинаковый, но если вы можете заметить, то здесь больше вот эта выемка. Это, наверное, стабилизирует во время кручения углы, не дает им так часто переворачиваться. Но вы видите, что пластик абсолютно отличается. Этот более гладкий, действительно. Это вот на бликах видно хорошо. Пластик действительно лучше. Но это еще не все. Давайте посмотрим на внутреннее строение углов. Может быть, кто крутит первый улонг, уже встречался с такой проблемой, что крепление здесь всех элементов угла не очень качественное. Здесь есть вот такой дополнительный элемент, на котором и держатся все три части угла. А во второй версии улонга этот угол уже более проблематично даже разобрать. Здесь уже похоже на Даян. Есть специальные лепестки, которые и соединяют эти элементы. И они есть еще и на вот этой шляпке. И посмотрим на ребра. Ребра у нас абсолютно одинаковые, ничем не отличаются, только пластиком. Даже в руках чувствуется, что этот пластик более гладкий у второго, чем у первого. Посмотрим на все остальное. Центральные элементы одинаковые. Реберные тоже. Итак, различия только в пластике и в том, что уголок стабилизируется за счет большей вот этой выемки, чем в первом. В ценовой категории они находятся практически в одинаковой, но второй Аулонг слегка дороже. Я бы рекомендовал вам приобретать именно его, если вы выбираете между первым и вторым. Потому что вы сами убедились, не только резко углов, но и более стабильное вращение, более стабильные уголки. Я думаю, это будет давать только плюсы к вашим сборкам. Вы можете приобрести этот куб в магазине cubeday.com.ua. Ссылка будет в описании. А с вами был Евгений Бондаренко. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я думаю, на моем канале выйдет еще много интересных видео. Всем спасибо. До следующих встреч. Пока.